полковник Курт Хансен мертв! Повторяю, Курт Хансен мертв! Привет, сухопутная крыса! Не желаешь круиз по заливу? Повеселишь? Окей, ладно. Теперь объясни, что происходит. Я ж говорил, виток, блядь, жизни. А если попроще? Ну, виток, ну, цикл, круг. Блядь, ну, заканчиваешь старый, переходишь на новый. Жизнь же состоит из витков. Мне так мой гуру говорит. Ладно, давай рассказывай про эти витки. Ну, короче... Свою первую песню, которая не была говно, я написал на море. И вот смотри, сегодня опять что-то неплохое выходит из-под пальцев. Вот тебе и виток. И ты хотел это кому-то рассказать? Ну, не кому-нибудь, а именно тебе, Ви. Я много думал об этом скандале со Скрэкс и про то, как ты мне помог. Ты все перевернул, Ви. Ты стал для меня... В смысле, пока ты не появился, я сидел в болоте. Я боялся даже собственной тени. А теперь? А теперь я начал думать о новом сингле. Да, блядь, о новом альбоме. Это будет офигенный альбом, совсем другой. Теперь все будет по-другому. Наверное, это у людей и называется озарение. Людей это называется взросление. Вот увидишь, никаких больше скандалов, странных выходок нет. Все, с этим покончено. Ну, с завтрашнего дня. Ну, ты мне, бля... Хаос и разрушение? Вот это я люблю. Круши, ломай! Тебе не жалко, что мы разъебем твою яхту? Мою яхту? Ты издеваешься? Думаешь, я назвал бы... Твою яхту? А чья тогда? Корпоратской мрази Л.П. Ковачика. Ковачика? Твоего менеджера? Давай-ка, выбери здесь что-нибудь и расхуячь за его счет! Что ж, разнесем тут все к хуям. Вот это я понимаю! Присоединяйся! Он улипал в старчестве. Ебаниной!
Нет, спасибо. Где еще? Он. Время. Отда... Черт, все. За сведение счет. А давай, кто первый до пляжа? Вот, блин. Надо бы почаще плавать у себя в бассейне. Иди-ка сюда. Только не дыши слишком уж глубоко. А то амбре тут пиздец мощные. Красиво горит. Только что-то не взрывается. Кто-нибудь, наверное, уже заметил дым. Блядь, если эта корыто снова выйдет в море, меня удар хватит. Надо было напихать туда побольше канистр. Или купить Си-6 у барыг, как думаешь? Круто ж был, да? Скажи. Ну да, неплохо. Да охуительно, блядь! Как раз то, что мне было нужно. Свести, наконец, счеты? А-а, отметить начало новой жизни. Спасибо, Ви. Охренеть вечер, да? Прямо как первые концерты самурая. Кто во что гораст, но зато энергии через край. Да, интересный поворот событий. Все, поехали отсюда. А то сейчас ветер сменится, и нас накроют сразу все ароматы этой помойки. Спасибо, я как-нибудь сам. Ну, окей. Главное, не туси тут слишком долго. Давай до скорого, Ви. Где ты живешь? То тут, то там. Внимание, Дагдау! Беннет на связи. Полковник Курт Хансен мертв! Повторяю, Курт Хансен мертв! Это черт! Потому что Курт Хансен мертв! Но Баргист живее всех живых! Как теперь эту херовину выключить?
Ты хотел мне что-то подарить? Ви, ты как Элли. Оказался... Странная метафора. К тому, что мы... Хэнс, хватит меня мариновать. Вот так всегда просто стараешься дай, что хотел. Принести... Я получу что-нибудь... Твои серебряные башмачки ждут на улице. Счастливого пути, Ви. Работать с тобой было... Интересно. То есть мы прекращаем... Сложный вопрос. На данный момент... А, пока... Привет, примешь меня сегодня? Сегодня, да. Садись и не болтай, а то операция будет без анестезии.
Привет. Ты готова? Жду только тебя. Я нашла нам машину. Сейчас пришлю тебе координаты. Скоро приду. Ух, выглядишь довольно... Вы? О, ощущения пропадают. Перед глазами пятна. Дышать тяжело. Скажи, как я могу помочь? Почему тебя так долго не было? Я пришел сразу, как смог. А мне показалось, что прошел месяц. Что тебя задержало? Неважно. Что мы делаем? Надо ехать. Ты уверена, что тебе хватит сил? Это во многом зависит от тебя. Помнишь, я говорила про подпольную клинику? Она на Луне. Шаттл уже меня ждет. Ого, как круто. Не круто. Это мой последний шанс. Видимо, мне придется стать подопытным кроликом. Они должны вытащить Искина из нейроматрицы и создать для нас прототип лекарства. Я тебе напишу. Обещаю. Сразу, как только у них все будет готово. Звучит ненадежно. Получается, мы оба сильно рискуем. Прости. Все варианты без риска уже давно отпали. Мне надо только добраться до космопорта. Как раз к нему мы и едем. Я не могу туда заявиться в таком виде. На меня сразу обратят внимание.
А вот на тебя нет. Ты доберешься до терминала тихо и пустишь меня через черный ход. Надеюсь, у меня получится. Тихо сейчас ремонтируют. Поэтому людей там мало, а укрытий много. Наверное, и охрана не такая серьезная, что немаловажно. Ты не в том в состоянии, чтобы выходить в сеть. Давай я подключусь к тебе. Это все бред какой-то. Знаешь, Ви, я стольким людям сломала жизни. Как ты думаешь, это вообще возможно, чтобы из-за тебя никто не страдал? Просто нам редко выпадает шанс загладить вину. Но если выпадает, за него надо цепляться. Джонни с тобой бы поговорил на эту тему. Жаль, вы с ним не пересечетесь. Ох. Стимулятор, Ви. Я... Рид. Спокойно, все хорошо. Ви. Что? Я не хочу умирать. Жалко, что. Яне, помоги мне уехать отсюда. Тише, тише. Сейчас тебе станет лучше. Нужно торопиться. Можешь сесть за руль? Я хочу тебя осмотреть. Надо понять, что с тобой происходит. Делай, что хочешь. Блин, как-то странно. Никакая болезнь не может так быстро распространяться. Метастазы идут от самого мозга. Тихо вроде закрыт на реновацию. Ты уверена, что оттуда что-то сейчас летает? У меня...
меня билет в один конец от того, кто играет по своим правилам. Тебе последнее время не везло с сообщниками. Ну, не со всеми. С тобой вот повезло. Попробуй расслабиться. Приготовься, мы почти приехали. Если подумать, мы через столько прошли, после того, как ты со мной связалась. Только наш путь еще не закончен. Само собой, ты не сможешь взять с собой оружие. Охрана тебя не пропустит. Оставь его тут, со мной. Я все отдам, когда встретимся. Может, мне замаскироваться? Рид знает, как я выгляжу. ПРУ распознает сигнатуру чипа, когда ты пройдешь через рамки. Свою технику они найдут где угодно. Скажи мне, как шпионка, что мне делать, чтобы меня не заметили? Веди себя естественно, как остальные пассажиры. Не разговаривай ни с кем, не смотри в глаза и нигде не задерживайся. Что-то мне это напоминает. Налет на Кампеки Плаза. Не сравнивай. Ты стал сильнее. У тебя все получится и без оружия. Нас интересует терминал Тихо. Не попадайся на глаза тем, кто нас ищет. Обходи охранников из Orbital Air. Мы не знаем, за кого они. Ну, до скорого. Orbital Air приветствует вас в международном и трансорбитальном космопорту Найт-Сити. Я в сети космопорта. Постараюсь уводить тебя от разного рода угроз. Держите себя в руках, сэр. Я протестую. Вы не имеете права отключать мой Проверка прошла хром. Успешно. Orbital Air благодарит вас. С каких пор мистер Перчик считается оружием? Добро пожаловать в международный и трансорбитального космопорт Найт-Сити. Мир и звезды в одном шаге от вас.
Если у вас есть запрещенные импланты, я обязан их отключить. Пожалуйста, воспользуйтесь личным портом. Запрещенные импланты? Какие, например? Список был представлен в правилах и условиях обслуживания, с которыми вы согласились при покупке билета. Странные у вас инструкции. Бояться надо людей, а не хрома, который у них стоит. Вэй. Код желтый. Конфликтный пассажир на входе. На землю! Руки за голову! Черт. Код красный! Эй, вставай. Ох, наверное, ты хотел сказать пиздец. Задержанный очнулся. Мне кажется, вы должны либо предъявить мне обвинение, либо выпустить. Мы тебе ничего не должны. Не паникуй вы. Плохо, что тебя задержали. Но хорошо, что тебя привели в терминал тихо. Постарайся больше не шутить с охранниками, пожалуйста. У них тут чувство юмора отбито напрочь. Поможешь мне отсюда выбраться? Смотри, мне нужен доступ к их системе. Найди разъем и подключись. А дальше я посмотрю. Только не попадись на глаза охраннику. Ты меня видишь? Теперь да. Дай мне пару секунд. Я пришла за тобой. Спасибо. Погоди. Сим-Сим, откройся. Выходи. Так, чтобы охранник не увидел. Хорошо.
Я в терминале тихо. Подскажешь, где у них тут черные ходы? Вряд ли. О черных ходах можно забыть. Нужен другой план. Что-то не так, Сойка. Мне пришлось уйти. Охране стало интересно, что в фургоне. Ах ты ж ё. В общем, попробуй через крышу. Туда идет лифт со стройплощадкой. Хорошо.
Террористов надо истребить. Придется импровизировать. В смысле? Я чуть пониже, чем ты. Мне нужна будет твоя помощь, чтобы подняться. Лучший план – это отсутствие плана. Дай мне пару минут. Могу дать только минуту. Надо бы осмотреться. Нет, не подходит. Вряд ли он выдержит такой вес. Ты же в курсе, что я тебя слышу? Не тормози, Ви. Посмотри, что там на крыше.
Ну и дождь. Пожарный шланг. Сойка, есть одна идея. Лови его. Скажи мне, когда будешь готова. Поймал. Держись крепче. Еще совсем немного. Блять, нет. Поймал. Ну вот, и все. Я думала, умру. В следующий раз. Хотя, надеюсь, следующего раза не будет. Ви, вы что с тобой? Ну как же, мы с тобой оба уже еле дышим. Мне жаль. Да ладно, я скоро поправлюсь. Ты же обещала помочь. Твое оружие. Без пушек, как без рук. Что такое? Я поймала радиосигнал.